Действие равно противодействию. Чем больше действия, тем больше противодействия. Чем больше благодати, тем больше и противодействия будет дьяволу. Это первое. Первое. Знаете, когда Серафим Саровский пришел в пустое место, на него любой подвижник, вот, с чего начинаются подвиги подвижника, это с борьбой, прежде всего с борьбой, вот внутренней борьбой, и внешней подчас даже, были биваемы демонами, и Антоний Великий, и Серафим Саровский, а как уж претерпевал Сергий Радонежский, мы эти случаи все знаем, да? То есть это естественное состояние человека борьбы, где больше благодать, там и больше дьявола. Была одна семья, где молодой человек, муж, говорил: я с женой не держался им молиться. Мне вот одному хорошо. Можно. Я его зову, он говорит, не идет. Он говорит, я потом попомню. Что, знаете, что было в результате? А в результате он полностью прекратил молиться. Все. Потом поститься. Простите, потом развелся. Было такое. А почему? А ищет своего я. А как мне? А как мое эго лучше? Мы все-таки, вот действительно, дева и мои двое воли, там я с ними это должны понимать прекрасно. Мы должны стараться, стремиться себя напрячь где-то к тому, чтобы эго свое, ну, под каблучок-то немножко попрятать, я думаю. И еще есть такой чисто мистический момент, когда... уж не знаю, насколько это правда, но существует такое предание, что к Серафиму Саровскому пришла женщина и сказала: батюшка, я ничего не понимаю в этой псалтире. Он говорит: да ничего, читай, бесы понимают. А знаете, вот один мне священник, сейчас Царство Небесное, уже он почил, он мне рассказывал о том, что он, когда отсидел в лагерях, уже в хрущевских лагерях сидел, он сразу, когда только он ушел, вышел из лагерей, вот, когда освободился, он нашел следователя. Следователя нашел, который его посадил. Ну, понятно, что тогда определенные гонения были, и нашли просто причину, чтобы усадить. Посадили. Вот он говорит: я пришел для того, чтобы поблагодарить его. Я там научился молиться. Наверное, человек должен учиться молиться не благодаря, а вопреки.